родился 28 января, 10 февраля 1915 года, в Козлове, ныне Мичуринск, Тамбовская область, в семье музыканта Михаила Евгеньевича и учительницы Анны Николаевны Зельдиных. Михаил Евгеньевич Зельдин, 1876-1928, был выпускником Московской консерватории, тромбонистом и дирижером, капельмейстром духового оркестра, расквартированного в Козлове 39-го Томского пехотного полка, с 1918 года, директором музыкальной школы, Народной консерватории, в Козлове, будучи выходцем из еврейской семьи. Для того, чтобы получить музыкальное образование, он принял православие. В качестве дирижера симфонического духового оркестра Языковской суконной фабрики М.Ф. Степанова М.Е. Зельдин участвовал в грамзаписи сюиты «Пюргюнд» Эдварда Грига для фирмы «Артистотипе» в Киеве, в мать Анна Николаевна Зельдина, в девичестве Попова, 1884-1931, была домохозяйкой. Помимо самого младшего Владимира, в семье было еще четверо детей. Брат Юрий, Георгий, 1908-1935, и сестры Елена, от первого брака отца, Нина, Ирина. В Козлове семья жила в доме с И. Попова на пересечении Лебедянской и Вознесенской улиц. Во время гражданской войны в 1920 году Зельдины переехали в Тверь, где жила сестра отца и где Владимир пошел в школу. Здесь же в 1922 году его отец организовал и возглавил первый в Твери профессиональный симфонический оркестр, а с 1924 года семья стала жить в Москве. Владимир продолжил учебу в военизированной школе на Таганке. Все дети, как и отец, были музыкально одаренными и играли на разных инструментах. Владимир освоил трубу, рояль и скрипку, что очень пригодилось ему в жизни.